я скажу, очень неожиданное. Когда позвонил мне тренер Сергей Викторович, я как бы, наверное, первые две ночи даже уснуть не мог, как с этой мыслью засыпал и просыпался, и не мог даже себе представить, что как бы я поеду в «Спартак», и меня будет просматривать сам Ринат Фазрахманович Досаев. И как бы в шоке был. Получается, 2,5 недели там, да, и вот что ты для себя вынес вообще, какие выводы сделал? Ну, я увидел много чего нового, увидел, как все-таки базируется команда премьер-лиги «Спартак», насколько у них там все профессионально, все очень круто. Много новых упражнений увидел, новые тренировки, и как бы познакомился с ребятами, и они показали мне достойный уровень, к чему надо стремиться и продвигаться дальше. Я так понимаю, что особая мотивация сейчас уже появилась после этой поездки, нет? Не, еще больше мотивации, надо полностью выкладываться весной, потому что все-таки это не предел, заметили, здорово, но надо же двигаться дальше, и как бы с Калугой надо выложиться в весенней части и все дальше продвигаться.